Здравствуйте, друзья! Сегодня понедельник, а в субботу, на этой же неделе, у нас в 10 утра, как мы обычно делаем наши вебинары, в 10 утра будет вебинар, который мы посвящаем вопросам подготовки резюме для поиска работы в Соединенных Штатах. И это будет такой практический воркшоп. Мне нужны резюме ваши, которые вы хотите подработать. И я, соответственно, по ходу этого воркшопа буду брать резюме, смотреть на него, высказывать свои соображения и по ходу дела редактировать. То есть вот перед вашими глазами резюме какое-то изначальное, да, значит, будет превращаться в резюме какое-то еще. Я только что хочу сказать, что я не по каждой профессии могу сделать резюме, ну, так скажем, убойное, да, то есть на тестера я могу сделать самое убойное, там на все остальное я могу сильно продвинуться, но когда доходит дело до каких-то нюансов специфических, профессиональных, я, конечно, не владею вопросом, поэтому у меня, значит, такое предложение. Вы, когда будете мне резюме свои слать, значит, на сайте школы у нас, если вы пойдете portnov.com и посмотрите в самый низ, пойдете, там такая синяя полосочка, и на ней сколько-то меню, там ссылок, и правая нижняя ссылочка, там написано там какие-то QA, резюме, там неважно. Вот вы пойдете по этой ссылочке, правая нижняя ссылочка, и там коллекция резюме по 25 профессиям. И посмотрите, какая у вас профессия, и из этих резюме вы наберете себе то, что вы сами понимаете о своей профессии. Я за вас этого не смогу сделать. Внимательно читайте, это может занять час, может занять два. И вот вы это подберете, подсоберете, так, и присылайте мне с тем, чтобы я мог в субботу утром это все поправить. Тут еще есть тонкость. Если я беру ваше резюме и начинаю с ним работать, значит, вы должны мне сказать, что вы будете на этом вебинаре, потому что я могу начать вопросы вам задавать по ходу дела. То есть, чтобы резюме действительно было функциональным в вашем конкретном случае, а не просто, допустим, я его сделал, показал какую-то идею, а дальше резюме рабочего нет. Вот так мы не хотим. То есть мы хотим уже сделать резюме, с которым можно потом искать работу. И я бы хотел, чтобы те резюме, которые я буду делать, чтобы они подвергались потом минимальной обработке, чтобы они нуждались в минимальной обработке. Поэтому, если вы профессиональную часть вот из этих примеров резюме наберете, а там именно лексика, то вот эти буллеты, которыми описывается ваш суммарный опыт и которыми описывается, что вы делали на конкретной работе. Вот когда вы эту часть, значит, сами посмотрите, дальше мне будет достаточно легко по структуре, по формату, по каким-то общим соображениям. Вы увидите. Значит, наша задача вот разобраться с резюме. В следующий раз мы будем разбираться с сопроводительным письмом. Но, в принципе, мы как бы начинаем такой воркшоп, который позволит вам ответить на все вопросы, которые возникают по ходу поиска работы в Соединенных Штатах. Имеется в виду, что вы как бы не очень знаете, как это делать, но, во всяком случае, вы тратите время на то, чтобы разобраться. То есть вы мотивированы и хотите разобраться. И мы посмотрим, как это делать. Значит, поскольку у нас сейчас еще все-таки только июнь месяц, а в апреле только будут, значит, новые заявки подавать на людей на рабочие визы. Поэтому я думаю, что искать надо начинать конкретно активно, работать на рынке, может быть, с января месяца, с самого начала. Вот. А до января у нас будет время, чтобы, во-первых, привести это все в какое-то состояние. То есть у нас есть резюме, у нас есть сопроводительное письмо, у нас есть ответы на типичные вопросы, которые мы отпрактиковали, что ли, да, оттренировали. Вот. И у нас есть большое количество контактов полезных, которые мы завязали. Вот мы будем заниматься, в частности, завязыванием положительных, полезных контактов, которые потом должны выстрелить, когда пойдет поиск работы. Ну и еще во многих других случаях тоже, но в данном случае нас интересует поиск работы. Вот это такой план. И мы раз в месяц будем вот этим заниматься. То есть у нас два вебинара в месяц мы делаем.
один будет такой воркшоп по поиску работы, а другой будет наш обычный, там, об американской жизни, о визах, там, я не знаю, о чем будут ваши вопросы, о том и сделаем. Так что все, ребят, счастливо!